Налоговая инспекция напоминает жителям округа о необходимости оплаты транспортных, земельных налогов и налога на имущество физических лиц не позднее 2 декабря 2019 года. В адрес жителей Ненецкого округа направлены налоговые уведомления на сумму более 47 миллионов рублей. Уплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС России, МФЦ, а также через отделение банка, в том числе и с помощью платежных терминалов. Получат уведомление больше 20 тысяч налогоплательщиков, как земельного налога, я повторюсь, транспортного и имущественного налога. Хотелось бы отметить, что если у нас срок 1 декабря, он у нас попадает на воскресенье в этом году. Поэтому налоги надо оплатить не позднее 2 декабря 2019 года. Добавлю, 25 октября с 9 утра до 6 часов вечера в налоговой инспекции Нарьян-Мара пройдет день открытых дверей. Налогоплательщики могут обратиться за помощью и предоставлением всей информации по их исчислениям.